Привет всем! Вы на канале Leonardo, the American... Кто? Бой! И куда мы прибежали? Мы прибежали на Fabulous 40. Скажи, 40. Сороковки. Тут столько много людей гуляют. Столько красивых и некрасивых, страшных людей. Вот, например, вот это. Сегодня страшилищ. Ну, они нам не боятся. То есть мы их не боимся. И... мы пришли праздновать осень. Как празднуется этот праздник, Хэллоуин? Детки стучатся, им отворяют, и они говорят «трик ор трит». Естественно, все люди соглашаются «трит» и раздают детям конфеты, если они одеты в разные страшные или сказочные персонажи. А вот наш сказочный персонаж. Это все сказочный, но персонаж. Вон, каждый, наверное, на каждой улице есть человек. Но мы, как вы поняли, русскоговорящие люди, не празднуем такой праздник, потому что это не в нашей крови, не в нас. Мы пришли выехать на блестящие сороковки потусить, а тут такое происходит, даже неожиданно для нас. Алло, наш пока в этом не в курсе, и мы особо ему не продвигаем этот праздник. Он просто толкает листья. Лео, смотри, какая собака! Смотри, белая собака! Вау! Скажи, white dog. Белый пес. Hi, dog. Don't be afraid. Come here. Come here. Dog, come here. You're such a big dog. Такой большой пес. Не бойся нас. Иди сюда. Come here. We want to pet you. What's your name, doggy? Лео, почему собачка убежала от нас? Она пытается гавкать, но у хозяев пытается одобрение спросить, гавкать или нет. Ну ладно, пойдем. Помаши ручкой. Bye-bye, dog. Bye-bye. Let's go. Take my hand. Take the whole life too. For I can't tell. Drink or drink. А здесь мы видим... человек, который очень активно пропагандирует и голосует за Трампа. Весь дом обклеен Трампом, президентом. Сделайте Америку великой. Голосуем, Анечка, или нет? Смотри, сколько знаков. Хоть бери. А, и смотрите, что они сделали. Не пересекать, сюда заходить нельзя, чтобы не праздновать, наверное, Хэллоуин тоже. Чистейшей воды красота. Такой простор, такой двор. Просто достойно сфотографировать. Внимание. One, two, three. Between разница с нашей родиной. Здесь жить возле кладбища — это престижно. И вот сзади нас забор и очень шикарное, дорогущее кладбище. Да? Да. Какая тыквища. Вау. Is this real? Yeah, that's right. Is this really real? Настоящая тыква. Can you believe it? This is crazy.
Настоящая, Лео. Карета. Ужастики ходят. Еще одна тыква. Откуда они такую взяли? Вопрос. Настоящая тыква. Да, настоящая. Да, и это. Дом в стиле замка. Castle, Лео. Замок это castle. Скажи castle. Castle. Вот сюда, смотри. И сюда такое целая толпа людей приходит. Миньон. Девочка миньон. Или мне кажется. Столько сказочных всяких приколов. Вот тут толпу людей никогда с днем не увидишь вообще. Если бы это был другой день, кроме Рождества, тут бы не было этой толпы людей. Привет! Лео, где мы гуляем? Скажи, Fabulous 40s. Блестящие сороковки. Лео, смотри, мальчик Спайдермен. А вот наши мужчины. Мужчины устали уже идти. Леоночка наш устал идти. Но зато мы наслаждаемся такой осенью. Американской осенью, потому что такая осень, чистая осень, без слякоти, без дожди есть, но не так. Все потом грязно после этих дождей. И видно вот эти красивые листья, которые падают. И вот еще такой огромный дом в виде замка. Вот куча людей пытаются дети собрать. Как можно больше конфет. Но мы не собираем, потому что мы не верим в этот праздник. А вот синий дом. Синий с красными такими ставнями. Интересно. Да, такие несочетаемые, но так это интересно. И такое красное дерево, да? Прикольное есть. Вон, везде, прямо как на Крисмас его украшают. На Крисмас здесь, конечно, красивее. Вот этот дом окружили миллионы тысяч людей, потому что он слишком украшен. И все дети думают, что там много конфеток будет давать. A lot of candies. А кто это такой черный? Лео, кто такой черный? Вот, с таким носом красным, оранжевым. Это кот. Страшный кот. Большой кот. Ну, мы его не боимся, да? Просто котик. Он не кусается. Вот этот дом тоже окружили. Анечка, это тот дом, который мы хотели купить, помнишь? Ровно год назад. Да, слушай. Мы здесь делали фотосессию. Ровно год назад. И, кстати, на нашей заставке фотографии, где мы выходим, это отсюда вот. Мы выходим отсюда. А вот чисто американский дом. Здесь живет Линкольн. Президент Линкольн. Ну, это мое такое стереотипичное мнение. Американская мускула. Dodge Charger. Или Challenger. Сильнейшая точила. Красота. Все, и тут заканчивается улица 45. А там начинается наша улица, наша машина. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы смотрели наш Fabulous 40s 31 октября. А сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк!